Слышно? Все хорошо, да? Мы тогда будем с вами начинать. Я вижу, вы меня слышите. И, наверное, представлюсь вначале. Зовут меня Сметанина Екатерина. Я индивидуальный предприниматель, участник проекта «Территория роста». И, конечно, немножечко вначале о себе. До знакомства с проектом, с компанией, я работала начальником почтового отделения. И, в принципе, кроме работы дома, особо ничего не было, да? То есть утром на работу, вечером домой. И вы знаете, так, наверное, проходит жизнь очень многих людей. В ночь с воскресенья на понедельник мы заводим будильник. А когда он звенит, то хочется поставить отсрочку, чтобы будильник звенел ну, чуть-чуть позже, да, и дал нам немножечко поспать, хотя бы еще 5-10 минут. И когда времени уже почти не остается, мы быстренько собираемся, умываемся, собираемся на работу, собираем детей. И, наверное, по дороге на работу думаем о том, когда же мы выспимся, когда же будут выходные. На работе в понедельник мы думаем о том, как бы быстрее закончился рабочий день, и по дороге домой просто забегаем в магазин и покупаем какие-либо полуфабрикаты, там, пельмени в пачке, и это ужин детей работающих родителей, да, у нас тогда был один ребенок, и вдвоем мы работали, и, в принципе, вот так проходила жизнь. Во вторник опять звонил будильник, все снова повторялось, то же самое в среду, в пятницу, и так день за днем, неделя за неделей, и было, наверное, одно маленькое развлечение, это получение зарплаты. Ну, знаете, на минуточку нам почему-то кажется, что это наши деньги. Но на самом деле они уже не наши, они уже распределены. Это и оплата счетов, это отдача долгов. И, в принципе, так проходит жизнь обычного человека. Прийти после работы, сесть возле телевизора и смотреть, пока не начнут слипаться глаза этот телевизор. И потом доползаем до кровати и думаем, когда же мы все-таки выспимся. Вы знаете, самое ужасное, что большинство людей вот именно это время после работы и до сна считают своей жизнью. И почему же мы так живем? Вы, наверное, все знаете уже и видели на наших встречах вот такой квадрат, да, и он делит людей на четыре категории. И почему же мы так живем? И знаете, есть, наверное, две причины, и самые главные эти две причины скрываются именно в левой стороне этого квадрата. Первое – это то, что мы зарабатываем очень мало денег. Мы живем с вами по шаблону, сад, учеба, потом 40-50 лет по 8-12 часов на работе, и потом пенсия. И как бы потом мы считали, что о нас позаботятся. Но если взять статистику, то всего лишь 96% людей к пенсионному возрасту, ну, по статистике, да, либо умрут, либо будут жить в разорении. Они не смогут даже сами себя содержать. Из оставшихся 4% только 3% смогут себя содержать без посторонней помощи, на среднем уровне. И лишь 1% будет достаточно обеспечен, и это статистика. То есть к 60 годам мы с вами или умрем, или будем в полном разорении. Я думаю, что такая перспектива не радует никого. Вы знаете, даже проходил опрос людей, кому за 50, хотите ли вы жить до 100 лет. И 63% опрошенных сказали, что нет. 62 из них не хотят, потому что у них нет здоровья. А 38 говорили о том, что у них нет денег, чтобы жить так долго. И есть вторая причина, то есть первую категорию мы можем отнести к нашим наемным рабочим. Да, мы считаем, что у нас все хорошо, мы получаем мизерную зарплату, которая хватает только на оплату долгов, что-то купить покушать, да, и какие-то немножко одежды, да. И вот вторая причина, которую тоже можно... Ага, можно погромче? Хорошо, постараюсь. И вторая причина, которая, скажем так, категория ниже людей, которая вот нижняя, да, если слева посмотрите табличку, это люди, которые уже зарабатывают деньги, которые работают по 20 часов в сутки, не имея при этом, скажем так, свободного времени, чтобы эти деньги заработать и потом потратить на что-то. И можно сказать, что не они имеют бизнес, а как раз-таки все наоборот. И они несчастливы становятся, теряют смысл жизни. И вот эти две категории, я думаю, что многие из вас либо находятся сейчас в категории наемные рабочие, либо, возможно, у вас есть свой бизнес, но эти две категории, они не приведут нас к тому будущему, которое мы хотим. И, конечно, я тоже об этом задумалась, и именно тогда, наверное, я познакомилась с нашим проектом, который дал возможность понять, что есть возможность реализовать те мечты, о которых мы мечтаем, которые мы хотим. И цель любого бизнеса – это получить время и деньги. Я думаю, вы с этим согласны, что хочется, чтобы были и деньги, и была возможность их тратить. Да? Время на семью, время на путешествия, время на отдых.
И мы сейчас ведем бизнес на базе крупнейшего европейского бренда, который работает в 68 странах уже почти 50 лет. И я думаю, что для вас не секрет, что нашим партнером является шведский гигант, компания-миллиардер Oriflame. Почему именно эта компания? Ну, наверное, начнем с того, что эта компания дает уникальные возможности для каждого человека, который приходит. Вы сами выбираете, с кем хотите работать, когда вы хотите работать, да? Выбираете команду, с которой вы хотите работать, время покупок, людей и так далее. Конечно же, для меня, когда я пришла в компанию, было очень важным сам продукт, который я могу предлагать клиентам и людям, которые приходят в этот бизнес. Ведь нужно, чтобы этот продукт был постоянно необходим людям, чтобы этот продукт был высокого качества. И, конечно, чтобы этот продукт, если видеть на этой картиночке, да, то чтобы он стоил тех денег, за которые мы платим. Потому что, покупая продукт в магазине, мы понимаем, что в его стоимость накручена и зарплата производителя, и транспортные расходы, и крупные, да, оптовики, мелкие и так далее, и реклама, и зарплата тем, кто работает в магазине. И поэтому, когда мы покупаем продукт в магазине, то есть только, наверное, треть часть, да, которую мы платим, стоит этого продукта на самом деле, из чего он сделан. Конечно же, для меня было очень важно, что этот продукт представлен во многих странах. То есть есть возможность развивать бизнес не только в Беларуси, но и в странах СНГ. И, конечно же, очень приятно, что именно этот продукт компании Oriflame является выбором года в странах СНГ уже несколько лет подряд. То есть многие консультанты, клиенты, они выбирают этот продукт за его качество, за его широчайший ассортимент. В компании есть свой институт исследования кожи, в компании есть 5 собственных фабрик и заводов. И огромное количество людей уже поверили этой компании и осуществили свои мечты. Конечно же, как я уже говорила, ассортимент. И более 1000 наименований продукции, каждый каталог более 30 новинок. Причем ароматы, если мы даже возьмем, то на разработку одного аромата уходит 5-7 лет. Но каждый каталог, вот последние, наверное, 3-4 каталога, каждый каталог у нас выходит новый аромат. И это классно, потому что компания заранее уже знает, что будет модно, да, в этом сезоне. Это, конечно же, продукция Wellness. Продукцию Wellness мы пользуемся всей семьей. И это и детские витамины, омега-3. Это потрясающие сертификаты, которые дают нам возможность предлагать эту продукцию клиенту. И, кроме того, вы знаете, что именно в Беларуси эта продукция продается через аптеку. И, конечно же, один из последних сертификатов, который получила компания, продукция компании Oriflame, это премия «Здоровое питание». Да, 7 ноября прошлого года состоялась ежегодная премия. И именно компания Oriflame была удостоена престижной награды, победив в номинации «Лучшая компания-производитель категории витамины и ВАДА». Это продукты, которые доверяют, это продукт, который действительно, они тратят потом время, деньги на лекарства, да, и чувствуют себя здоровыми и настоящими, работать долго, да, и не болеть, что всегда негативно сказывается на нас, да, и наших близких. Наше время, да, сейчас очень активно все используют интернет. И мы с вами не исключение, кто-то играет в игры, кто-то сидит в социальных сетях, кто-то оплачивает коммунальные платежи. И мы не исключение. Наш проект решил перейти в интернет уже. Да? И сегодня у нас открыт потрясающий онлайн-проект «Территория роста», который дает возможность огромному количеству мужчин и женщин, то есть людей, которые приходят в наши команды, ставить цели, достигать их и получать тот результат, который они хотят. Что же вы можете получить от нашего проекта? Почему именно в нашем проекте дает вам очень быстрый толчок? Официальный доход. Нет зависимости от начальника. Вас не могут уволить, и стоимость, скажем так, ваша зарплата зависит только от вас, от ваших активных действий, от вашего, наверное, целеустремленности и тех мечт и целей, которые вы себе поставили. Это, конечно же, личностное развитие. Нет финансовых рисков, потому что вы не вкладываете деньги, вы вкладываете свое время в обучение, вы вкладываете время в разработку вашего интернет-магазина. Конечно же, это путешествие по миру, признание и знакомство с новыми друзьями. Я скажу, что вот возможность знакомиться с новыми людьми – это вообще потрясающе, потому что каждый человек разный, и вот кто-то когда-то был незнакомым, сейчас становится настолько близким человеком, и хочется помогать им, чтобы они достигали успеха. Ведь в нашем проекте и в компании Oriflame невозможно просто расти одному. Только когда вы все вместе, когда растет ваша команда, то растете вы сами. Ну и, конечно же, это возможность передачи бизнеса по наследству. Это возможность как можно больше времени проводить с семьей, с детьми, уделять время хобби, если у вас таковое есть.
В чем же заключается проект, в чем идея бизнеса? Это, конечно же, привести ваш интернет-магазин, ваши покупки, ваш обычный магазин в интернет. Все помещается в вашем гаджете, скажем так, да, ноутбук. И нам нужно не просто открыть один интернет-магазин. Нам нужно развивать сеть онлайн-магазинов. Это как и в обычном бизнесе. Если вы откроете одну там, булочную, парикмахерскую, то это будет один доход. Вам необходимо будет там постоянно находиться, наблюдать, все время работать. Но когда вы развиваете сеть магазинов, когда у вас несколько филиалов, и причем вы ищете лидеров, которые будут сами управлять этим интернет-магазином, помогать им развивать, то, конечно же, и доход, и ваши возможности будут намного больше. Что же необходимо делать? Есть средства, такие основные 3О, они проставлены не в порядке значимости, а то, что необходимо вам вложить в свою работу ежедневно. Первое – это организовать себя в обучении. Организовать свой личный товарооборот и товарооборот группы, когда у вас уже появится эта группа. И, конечно же, организовать поток людей, рассказывая о всех возможностях компании. И немножечко разберем, наверное, все возможности понемножечку. Первое – это обучение. Вы знаете, что у нас обучение бесплатно, онлайн-обучение, и это потрясающая возможность посещать вебинары, не выходя из дома. Прийти после работы, либо если вы в декретном отпуске, время, когда вы можете уделить, обучаться, и при этом вы можете выбирать то, чего, что вам сейчас нужно. Если у вас сейчас страдает личный товарооборот, вы можете выбрать обучение по именно вот то, что мы смотрели сегодня. Олеся, спасибо большое. Как сделать 150 баллов легко? Потому что это неотъемлемая, скажем так, часть нашей работы, если вы являетесь партнером нашего проекта и серьезно строите свой бизнес. Если у вас сейчас страдает рекрутинг, посещайте школу новичка, где каждую субботу в 1 часов вы можете иметь возможность выбрать тот метод, обучиться ему, который будет близок для вас. Конечно же, в структуре вашего лидера, вашего директора всегда есть еще дополнительное обучение, какие-то планерки, где вы тоже можете узнать ответы на свои вопросы. Есть обучение на сайте компании. Тоже потрясающее обучение, где даже ответив неправильно, вы пока правильно не ответите, не пройдете дальше. Поэтому есть возможность потренироваться в правильных ответах и показывать каталог, и приглашать на бизнес и так далее. Поэтому это уникальная возможность. Вот такой список вебинаров, конечно, есть у ваших лидеров. Если вы еще не знаете, где его найти, обязательно обращайтесь к вашему стоящему менеджеру либо директору, и он обязательно подскажет. Ну и, конечно же, у нас запускается со следующего каталога потрясающее обучение, это Академия бизнеса 1. Впервые оно у нас будет проходить в онлайн-режиме. Это 4 потрясающих дня по 3-4 часа. Да, то есть график тоже есть у ваших лидеров, обращайтесь к ним, узнавайте. Чтобы туда попасть, тоже может не взять. И для этого нужно выполнить условия 151 плюс 1 рекрут вашей с вами приглашенный, скажем так, да. Но это будет обучение, которое даст вам возможность очень быстро за один по каталогу выйти на уровень менеджера как минимум 9%. Все навыки, которые вы там получите, это будет потрясающая возможность работать с кураторами, потрясающая возможность узнать навыки и какие-то фишечки директоров. Ну и, конечно, проводит этот онлайн-вебинар, онлайн-академию бизнеса, да, наши вышестоящие профессиональные лидеры, это директора, старшие директора, золотые директора, бриллиантовые, поэтому я думаю, что это будет 4 незабываемых дня с домашним заданием, с классным обучением, и я думаю, команда сейчас еще больше. Ну, и мы с вами двигаемся дальше. Следующее, это, конечно же, нужно организовать товарооборот. Для себя личный товарооборот мы уже только что услышали, как легко это сделать, и самое главное правило, это, конечно, что мы меняем обычный магазин на онлайн-магазин свой. Вы можете делиться скидкой, вы можете разговаривать со своими близкими, родными, ведь они тоже каждый день моются, они каждый день чистят зубы, поэтому я думаю, что в этом не составит труда. Главное, если вы новичок, если вы не знаете продукцию, познакомитесь с этой продукцией, подобрать то, что подходит именно для вас. Ну, конечно же, продукция wellness, мы делаем, конечно же, акценты 3 таких высокобалловые категории, это wellness, это novage и это ароматы, поэтому я думаю, не составит труда, причем, что у нас потрясающий сайт, который разработан в Чехии, и там можно найти все, от обучения по работе с клиентами, все о продукции, о разных методах работы и так далее. Ну и, конечно же, вы, как владелец интернет-магазина, получаете скидочку 20% на весь ассортимент, независимо от того, как часто вы делаете заказы, если вы партнер, вы понимаете, что заказы мы делаем каждый каталог. И, конечно же, это возможность организовать 3О, это поток людей. Где
брать людей, как организовывать поток. У нас есть обучение, как я уже говорила, каждую субботу в 11 часов. На Академии бизнеса вы тоже узнаете фишечки, как можно легко организовать поток людей, причем этим будут делиться директора разных структур, да, разных команд, поэтому я думаю, что очень незабываемое знание. Ну и, конечно же, если вы новичок, не забывайте, что каждую субботу у вас 10 часов у нас еще успешный старт, ваш успешный старт, чтобы вы могли стартовать и действовать. Ну и более в чем же суть, да, за что платят именно в нашем проекте. Вы меняете обычный магазин на интернет-магазин компании Reflame. Вы работаете через социальные сети, приглашаете там людей, рассказываете о нашем проекте «Территория роста» и организуете свои группы товарооборот, и компания за это начислит вам деньги. Суть любого бизнеса – создание товарооборота. Чем больше товарооборот, тем более прибыльный бизнес. Я думаю, вы об этом, это не секрет, да, то есть вы об этом это знали и без меня, но как можно легко и быстро организовать товарооборот. Если вы новичок, если вы только пришли в компанию, то ближайшая ваша цель за один-два каталога выйти на уровень 9%. Как это сделать, вы должны были просчитать это со своим спонсором, запланировать. Ну, я такую снятку небольшую вам привела, нашла ее в интернете, но я скажу, что когда я вышла на уровень 9%, у меня в моей структуре со мной было 6 человек, но каждый делал 150 баллов. Тогда у меня, например, клуб был 150 баллов. Каждый человек пришел и понимал выгоду, что значит 150 баллов, что такое премьер-клуб. И возможность выйти на 10%, если у вас есть цель, если у вас есть действительно какие-то планы, цели четкие, то вы добьетесь этого, это не сложно, если постоянно делать 3О, о которых мы говорили с вами раньше. И, конечно, до уровня директор очень важен товарооборот. Но мы не только на товарообороте, на баллах бонуса, то есть даже не делаем на этом основной акцент. Мы делаем основной акцент на бизнес-партнерах. На уровне 6-9% у вас их должно быть 5-6 человек. На уровне 15, это уже 15, да, где-то человек или бизнес-партнеров должно быть в вашей команде. Мы делаем акцент на тех лидеров, на тех людей, которые имеют с нами одинаковые цели, которые хотят расти, развиваться, которые в дальнейшем сами смогут вести свой интернет-магазин. И на уровне 22% это должно быть 25-30 бизнес-партнеров в вашей команде, тогда можно считать, что у вас твердая директорская структура. Далее, после уже уровня директора, да, старший менеджер, директор, кроме того, с уровня директора вы получаете премии от компании, и минимальная премия – это директор 1000 условных единиц. И вы видите на слайде, я не буду перечислять все премии, и здесь огромное количество лидеров в нашем проекте и вообще компании, которые закрывают не один, а два звания за год, 3, 4, даже 5, поэтому прочитайте, сколько вы за год работы в компании Reflame можете только премиями получить. Говоря уже о том, что компания, каждый каталог, это 3 недели, начиная зарплата, то есть у нас получается 17 зарплат в год. И это тоже очень классно, несмотря на то, что сейчас везде снижают зарплаты, увольняют людей, компания, наоборот, дает нам возможность участвовать в проектах, таких как сейчас вот идет для менеджеров, это и путешествие в Болгарию, это возможность получить денежные бонусы за выполнение условий. То есть только делай, да, и получишь все то, что ты захотел. И, конечно же, самый главный такой инструмент в нашей работе, в нашем проекте – это маркетинг-план компании. Знаете, для того, чтобы достичь какого-то, наверное, уровня, посмотрите маркетинг-план. Подумайте о той мечте, которую вы хотите осуществить. Просчитайте в денежном эквиваленте, сколько мечта ваша будет стоить, и выберите ту планочку, которую вы хотите. Понятно, что она может быть у вас будет не за месяц, но вы будете знать, к чему вы идете. Чем выше ваша мечта, наверное, тем меньше будут видны те преграды, которые могут сейчас у вас на пути. Вы знаете, у наших лидеров, золотых директоров, бриллиантовых директоров, тоже они не сразу стали на этот уровень. Они тоже были когда-то консультантами, когда-то были новичками и тоже шли к своей ступенечке не легкими шагами, скажем так. Были отказы, были какие-то разочарования, но в то же время, я думаю, вот все то, что было у них по пути, все радостные моменты, они, наверное, перекрывают все то, что было до того, как они дошли до того уровня, который они хотят. Ну и при этом они не останавливаются, идут дальше. Что вы можете еще получить? Это, конечно же, путешествия, о которых мы говорили. И вы знаете, иногда я встречаю людей, которые говорят, я не люблю путешествовать. Я раньше тоже так, наверное, говорила и думала, потому что я понимала, что это, наверное, нереально. Ездить куда-то отдохнуть, эти деньги, которые сейчас мы получаем, зарплаты, да, но когда ты понимаешь, что возможности есть, нужно только взять и сделать, да, то хочется путешествовать, причем, когда у тебя уже есть дети, хочется показать им этот мир,
да, все путешествия, которые есть вокруг, все страны, какие-то моменты. И вы знаете, что в следующем году у нас компании будет 50 лет, и это будет шикарная конференция на двух лайнерах 6 звезд. Около 6 тысяч лидеров соберутся для того, чтобы отпраздновать юбилей компании, и каждый из вас еще может быть на этой конференции. Ваша задача, если вы еще не знаете условий, связаться с спонсором, распланировать, да, и действовать. Это, конечно же, возможность признания на сцене. Это банкеты директоров от компании. После того, как вы закрываете звание директора, компания приглашает вас на банкет, на шикарный банкет, который вы, наверное, на этом банкете почувствуете в полной мере всю красоту, силу компании. Потому что компания продумывает все заранее. И конференции, и банкеты. И вот такое признание на сцене, когда все девушки в красивых платьях, мужчины в смокингах, когда красиво накрытые столы, и когда видишь рядом людей, ни одного, ни двух человек, а их намного больше, которые смогли это сделать, то ты понимаешь, что, в принципе, достижимо все, нужно только действовать. Если у вас есть эта мечта, директор, золотой и так далее, просто идите, потому что это классно. И уже ни один человек нашего проекта смог осуществить эту мечту, побывать на этой сцене, в полной мере осуществить, наверное, первый задуманный шаг. Кто-то первый, кто-то уже не один. Да, и вы видите на экране девушки, мужчины разного возраста, разного образования, но все они поверили, наверное, в себя, поверили в компанию, поверили в спонсора и смогли достичь того, чего хотели, первую ступенечку покорить, кто-то уже не первую, да, и получить свой первый чек, второй, третий, да, получить свое чуточку вот этого признания на сцене и понять, что можно жить по-другому. И буквально в этом году, да, еще не в прошлом, в этом году, 3 июля, у нас проходил последний вот банкет. Он проходил Ривьера Кантри Клаб, это в городе Минске. Вот такие потрясающие шатры, такое единение команды, и даже то, что команда, единение лидеров всей Беларуси. Очень красиво, очень торжественно, и, наверное, знаете, вот эта ценность компании, вот это, наверное, его девиз компании, которая, да, ценность, единство, дух и страсть, ты на таких банкетах осуществляешь в полной мере, чувствуешь это. Потому что вот такой большой командой мы были на банкете, такие все красивые, все нарядные, красные дорожки. И настолько все для новачей продумано компанией, что просто, ну, вот такого, наверное, быть не может. На самом деле такое есть, и такая жизнь проходит рядом, поэтому красочная, яркая, хватайте каждый момент, который есть, и осуществляйте те мечты, которые у вас сейчас есть. И вот такая фраза, которую я увидела тоже на просторах интернета: если у вас нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. Это, конечно же, касаемо наемной работы. Потому что мы осуществляем мечты других людей, но ни в коем случае не свои. Как я уже говорила, мы получаем деньги, и они, в принципе, нам хватает это несколько недель, и потом мы думаем опять, где их одолжить, либо как их где-то заработать, найти вторую работу и так далее, но возможности они совсем рядом. Почему я выбрала компанию Reflame? Наверное, потому что у меня есть мечты и о хорошей жизни для своих детей, и о собственном бизнесе, и о самореализации, и возможности путешествовать, о своем собственном доме и так далее. И мечты, я думаю, есть у каждого из вас. Если даже они заснули, у вас есть возможность их разбудить, да, и воплотить. И если говорить кратко о том, что вы получаете в проекте, почему именно здесь, почему именно у нас? Давайте сначала о том, что нужно все-таки делать. Конечно же, скорее всего, вы уже зарегистрированы. Если нет, то вы регистрируетесь в наш проект. Вы активируете свой номер, получаете бесплатно сайт, интернет-магазин, выбираете метод рекрутирования, тот метод, который вы хотите работать. Находите вместе с вашей командой, ну, с партнером, с вашим спонсором, сами, да, потом дальше у вас будет команда, вы будете находиться вместе. Регистрируете, обучаете, и обучаете, чтобы ваши люди, ваши лидеры, ваши партнеры повторяли ваши действия. И именно помогая им расти, вы растете сами по нашей лестнице успеха и становитесь успешными вместе с командой, вместе с теми людьми, которыми вы развиваете этот бизнес. В нашей команде, конечно же, вы найдете мощную систему обучения через вебинары онлайн. Да, сейчас это еще академия бизнеса, тоже есть возможность онлайн, потому что у нас сейчас огромное количество партнеров не только в Витебске, да, но и из Беларуси, и из других стран. Это, конечно же, возможность личного развития, карьерного роста, путешествий. Ну и, конечно же, в дальнейшем, при правильном развитии, вы имеете возможность получить пассивный доход. Никогда не бойтесь поменять что-то в своей жизни. Это полезно, даже необходимо.
Мир слишком огромен и удивителен, чтобы сидеть сложа руки и отвергать новые идеи. Сейчас мы набираем мегаактивную команду онлайн для работы в стабильной надежной компании, которая набирает сумасшедшие обороты в просторах интернета в разных странах. И будет глупо упустить эту возможность расти, развиваться, потому что у нас потрясающие лидеры, потрясающие спонсоры. И я желаю вам всем, кто сегодня на вебинаре, потому что вы находитесь здесь, вы хотите научиться чему-то новому, обучить свою команду. Поэтому действуйте, идите вперед. Если есть какие-то у вас вопросы или какие-то сомнения, обращайтесь к спонсорам, потому что только спонсор поможет вам развеять. Спонсоры верят в нас больше, чем мы сами, наверное, в себя. Поэтому доверяйте спонсору, если он уже достиг какого-то уровня или он только начинает вместе с вами, он знает чуточку больше, чем вы, поэтому работайте. Ну и помните о том, что бизнес, который вы строите, это ваш бизнес. Не бизнес спонсора, не бизнес вышестоящего. Это ваш бизнес, и поэтому развивайте его в команде, вместе. И удачи вам!